Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. И сегодня традиционный садовый влог. На купленном недавно саженце розы я нашла мучнистую росу, плюс на одном из кустов, к сожалению, обнаружила опять ржавчину. И поэтому сегодняшний выпуск я решила посвятить теме болезни роз. Мне кажется, во второй половине лета тема эта актуальная для многих из нас, потому что именно во второй половине лета проявляются все те болячки, которые могут появиться на розах. Поэтому сегодня я пройду по саду, постараюсь найти и показать вам все и самые распространенные, и менее распространенные болезни роз, чтобы знать, так сказать, врага в лицо, понимать, что это такое, как с ним бороться. Ну и, конечно, самое главное, расскажу, как бороться, расскажу свою историю борьбы с ржавчиной, самая, наверное, неприятная болезнь на розах. В общем, пойдемте. Начну я, пожалуй, с мучнистой росы. Самое, скажем так, простое для борьбы с заболеванием. Я уже говорила в прошлых влогах, что у меня практически нет в саду мучнистой росы, но здесь вот у меня свежепосаженная роза, саженец из питомника, и на нем я увидела первые признаки проявления мучнистой росы. Здесь они еще не очень характерны, еще нет того налета, за который болезнь называется мучнистой росой, но вот первые признаки, зато могу вам показать, чтобы вы знали, как это выглядит. Видите, серединки листьев, они такие вот чуть-чуть обесцвеченные. Со временем, если ничего не делать, листья начинают немножечко деформироваться, как будто вот так вот их скрючило из середины. Может это быть, может не быть. Ну, а затем, если уже болезнь прогрессирует, то листья сначала покрываются таким характерным белесым налетом. И если сильно повреждена роза, то уже на цветоножках появляется этот налет, на бутонах. И идет далее. Здесь на самых нижних листочках, в принципе, виден уже тот самый налет. Не знаю, передастся ли на камеру. Видите, вот такое белесое нечто. И листик уже чуть-чуть деформирован. И вот здесь тоже на кончике листа видно вот эту вот белесость. Ну, а вот здесь у меня еще, ну, не очень, конечно, характерный вид, но зато, если вы вот на этой стадии начнете бороться с мучнистой росой, то быстрее ее изведете. Как бороться с мучнистой росой, я, в принципе, тоже уже рассказывала, но сейчас покажу, так сказать, воочию, как это делается. Я борюсь с мучнистой росой при помощи самой обыкновенной древесной золы. Но единственный момент, что зола должна быть обязательно свежая, потому что питательные вещества и те вещества, которые помогают от заболеваний, вымываются из нее очень быстро, поэтому желательно брать вот прямо ту, которая только-только приготовлена, ну, конечно, остывшую. Итак, как мы боремся с мучнистой росой? Первым делом весь пораженный куст нужно опрыскать водой. Самой обычной водой, причем не обязательно даже опрыскивать, можно ее просто обдать водой из шланга. Смысл просто, чтобы все листья у нас намокли. После того, как все листики у нас намокли, для того, чтобы это делается, для того, чтобы зола к ним хорошо прилипала, мы берем золу и просто опыливаем ей весь куст, чтобы все листики у нас были плотненько покрыты золой. Особенно старательно, конечно, посыпайте золой пораженные листочки, но лучше прямо всю розу засыпать для того, чтобы точно убить всю бяку.
В таком состоянии оставляем розу на пару часов для того, чтобы зола подействовала. И после этого мы все это смоем обычной водой. Опять же, можно просто окатить розу из шланга. Смывать надо достаточно тщательно, чтобы не осталось потом некрасивых разводов на листьях. Одной такой обработки, как правило, бывает достаточно для того, чтобы мучнистая роса больше никогда к вам не вернулась. Ну, с черной пятнистостью, я думаю, знаком каждый маломальский опытный розовод. А у меня в этом году нечего вам показать. Не знаю, хорошо это или плохо, но для роз я думаю, что, конечно, хорошо. Вот нашла на одной розе немножечко в самых начальных, скажем так, стадиях. Даже нету вот этих характерных пятнышек черных. Ну, то есть, я думаю, все знают, вот такие вот темные пятна, округлые, крупные, неправильной формы. Вот это вот не она, это другая пятнистость. И листья желтеют вот такими вот неровными пятнышками и опадают. То есть вот если вы к листочку только прикоснетесь, он тут же опадает. Вот это характерная особенность черной пятнистости в том, что листва сразу осыпается. И именно этим она так неприятна. Все прочие пятнистости в основном, кроме ложной мучнистой росы, такого эффекта не создают. Про то, как бороться с черной пятнистостью, я, в принципе, уже подробно рассказывала в одном из прошлых влогов. Оставлю ссылочку в описании. Ну, а здесь просто вот показываю, как она выглядит на случай, если кто-то вдруг не знает. Нашла вам очень характерную ложную мучнистую росу. У меня несколько лет назад была достаточно сильная вспышка этого заболевания. Сейчас, к счастью, ее практически нет. Ну, вот кое-где нашла. Выглядит она, как будто на лист налили бордово-коричневой краски. Видите, вот такими вот потеками распространяются эти пятнышки. Если листья молодые, то они могут быть вот такие вот почти, как будто краска почти прозрачная. Либо вот где-то достаточно явный вот этот вот пурпурный оттенок проявляется. А если вот это вот пятно достигнет основание листа, того места, где он прикрепляется к побегу, то лист отваливается. Это очень характерная особенность именно ложной мучнистой росы, то, что листья при ней опадают так же, как при черной пятнистости. Причем вот эти пятна, они могут быть не только на листиках, но и на побеге могут переходить. Тогда побеги все тоже как будто испачканы вот этой пурпурно-фиолетово-коричневой краской. Болячка очень неприятная, достаточно сложно с ней бороться, ну, так же, как со всеми пятнистостями, обязательно проводить профилактику, опрыскивать фунгицидами, если вы используете химию в саду, ну и, конечно, удалять все поврежденные листья, особенно те, которые опадают, потому что в них сохраняется возбудитель заболевания. Нашла вам еще листочек перноспорозы или ложной мучнистой росы. Вот здесь еще не очень сильное поражение. Видите, лист как будто облили фиолетовой краской. Такая вот неровно окрашенный вот такой вот лист получается. И со временем, вот видите, здесь уже начали проявляться отмершие участки. И если вот это вот пятнистость дойдет вот сюда, то лист сразу отвалится. На паре кустов у меня в этом году вот такая напасть. Это пурпуровая пятнистость. Опять же, если я не ошибаюсь, возбудители. Их много разных похожих, но я думаю, что это именно она. Видите, пятнышки такого фиолетово-пурпурного характерного цвета. Пятнышки не крупные, и они не вызывают опадение листьев. То есть вот у меня несколько листочков сильно пораженных даже. Они никуда не опадают, они крепко держатся на кусте. Меры борьбы точно такие же, как с прочими пятнистостями. Ну и, конечно, желательно вот эти вот пораженные листочки удалить, что я и сделала. Видите, вот остальная крона практически чистенькая у розы. И вот одна веточка у меня сильно заболевшая. Нашла вам еще одну
не очень частую болячку. Это септориоз. Тоже пятнышки, тоже с отмирающим центром. Но в этот раз, в отличие от пурпурной пятнистости, пятнышки не красноватые, а просто темно-темно-коричневые. Они вот такие достаточно некрупные. При сильном поражении, точно так же, как и при черной пятнистости, листочки желтеют и опадают. Ну и бороться с ней нужно точно так же, как с прочими пятнистостями. Вот такую болячку можно еще встретить на листве роз. Ее путают с сложной мучнистой росой. Но, скорее всего, это филостектоз или филостектозная пятнистость, как ее еще называют. Характерная особенность то, что очень быстро ткани листа отмирают по центру. И по краю вы вот видите такая вот широкая пурпурная кайма. В принципе, есть несколько возбудителей, которые вызывают очень похожие симптомы. Ну, я думаю, что нет особенного смысла докапываться, какой именно грибок вызвал эту неприятность, потому что мера борьбы со всеми абсолютно одинаковые. Но, тем не менее, врага нужно знать в лицо, поэтому показываю вам. Ну, конечно же, самый главный вопрос, который нас волнует, как бороться со всеми этими пятнистостями, что с ними делать и что делать для того, чтобы ваши розы не заболели еще серьезнее, для того, чтобы они хорошо себя чувствовали. Что касается черной пятнистости, я уже очень подробно рассказывала, как с ней можно бороться, рассказывала о своем опыте. Чтобы не повторяться, я оставлю где-нибудь вот здесь ссылочку на тот влог, где я подробно об этом рассказывала. Если кратко, то мне в свое время при сильной вспышке черной пятнистости помогло чередование препаратов. Препарат, содержащий манкоцеп, и препарат, содержащий дифеконазол или любые триазолы. Я оставляла там перечень препаратов. Я повторю этот перечень внизу в описании под видео. Те препараты, которые можно найти в магазинах. И такая вот обработка, чередуя препараты с разным действующим веществом, проводится раз в неделю. Неделю 2-3 раза. Мне в свое время 2 раз оказалось достаточно. То есть 2 раза одним препаратом и 2 раза другим. Это получается где-то месячный курс. Да? Сейчас я стараюсь не пользоваться в химии в саду. Я об этом тоже говорила уже много раз. И поэтому в основном я спасаюсь профилактикой. Потому что от всех абсолютно пятнистостей, конечно, самое главное, что помогает, это профилактика. Легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Старое известное. Известная истина. Что касается профилактики, я пользуюсь фитоспорином М, биологический препарат на основе бактерий. Опять же, про него рассказывала в том же самом влоге подробно. Опрыскиваю розы раз в неделю под вечер для того, чтобы бактерии, которые содержатся в препарате, угнездились в тканях листа, и тогда они не дают там угнездиться уже заразе. Но это, конечно, касается всех тех пятнистостей, которые я показывала. Черную пятнистость, пурпуровую пятнистость, ложную мучнистую росу, септориоз, их как-то очень много, не все я, возможно, упомянула, очень много разных пятнистостей, выглядят немножко все по-разному, но, в принципе, бороться с ними со всеми примерно одинаково получается. И, кстати сказать, когда показывала вам ложную мучнистую росу, не рассказала о том, как с ней бороться подробно, мне в свое время точно так же, как с черной пятнистостью, помогло чередование препаратов. То есть абсолютно так же, как при черной пятнистости, от ложной мучнистой росы мне помогло чередование препаратов с манкоцебом и триазолами. Кроме профилактических опрыскиваний, очень важный момент – это гигиена в розарии, так сказать. Осенью, когда вы будете готовить розарий к зимовке, обязательно, особенно если у вас была вспышка болезни, много опавших листиков, которые вот опадают по мере прогрессирования заболевания, все-все-все вот эти листики по возможности нужно из розария убрать, чтобы земля была чистой, потому что именно в этих опавших листиках, их в почве, как раз и зимуют возбудители заболевания. Если вы это не уберете, то на будущий год у вас повторится вспышка заболеваний, к сожалению. И даже
серьезные препараты, даже при постоянных опрыскиваниях, к сожалению, если не соблюдать вот эти все профилактические меры и не убирать листочки поврежденные, даже серьезные препараты вам не помогут в той степени, в какой помогает именно уборка. Это очень сильно остановит вспышку заболеваний, и вам гораздо проще с ней в дальнейшем на будущий год будет бороться. Так что не пренебрегайте профилактикой. Профилактика – это самое главное для того, чтобы в вашем розарии не было черной пятнистости и всего прочего букета пятнистостей, которые я постаралась вам сегодня найти и показать. Старайтесь внимательно осматривать кусты, потому что именно если вы внимательно осматриваете листочки сверху, с изнанки периодически, это помогает найти какие-то даже серьезные болячки, как вот в моем случае ржавчина. Вот искала вам пятнистости и нашла ржавчину еще на одном кусте, поэтому обязательно внимательно осматривайте ваши розы на предмет вот каких-то таких болячек и своевременно их лечите, потому что, конечно, в легкой форме любую болезнь победить гораздо проще, чем в запущенной. К сожалению, в этом году обнаружила снова у себя ржавчину. Покажу вам крупно. Вот видите, на кончике листа с изнанки, если посмотреть хорошенько, видно вот эти оранжевые пятнышки. Они осенью чернеют. Видите, здесь уже немножко такие бурые. Это самая-самая начальная стадия. Ее еще трудно найти. Обычно бывает, ну, я просто уже знаю, как это выглядит. Поэтому сразу нашла по краю листа вот такие коричневые небольшие пятнышки. И вот если перевернуть, то найдете те самые гадкие оранжевые пушишки. И вот здесь вот, увы, еще на одном кусте нашла ржавчину. Здесь уже более характерно она выглядит. Видите, вот такие ярко-оранжевые пятнышки. Несколько пятнышек. И если перевернуть лист, то видно. Опять же, вот эти характерные ярко-оранжевые пятна. С лица, как видите, листа может почти быть ничего не видно. Здесь вот буквально одно оранжевое пятнышко. Ну а вот с изнанки уже несколько пятен видно. Именно по ним ржавчину можно узнать. Видите, они очень яркие и, в принципе, хорошо заметные. Такие листья необходимо сразу же обрывать и сжигать. Ну и обязательно обрабатывать розу от этой неприятной болезни. История борьбы с ржавчиной у меня достаточно длительная. Я занесла эту болезнь к себе в сад несколько лет назад с каким-то из купленных саженцев. И с тех пор с той или иной периодичностью у меня проявляется эта болезнь на том или ином кусте роз. Я перепробовала, мне кажется, все, что возможно. Все препараты, все фунгициды, которые можно было встретить в продаже, ну, в обычных магазинах, то, что предназначено для приусадебного, так сказать, садоводства. Могу сказать, что ни один из препаратов в активной фазе, когда вот у вас на листьях уже появились эти оранжевые пятнышки, на ржавчину не действует. Единственное, что мне помогло в свое время, в тот момент, когда вы обнаружили первые признаки заболевания, то есть первые листочки, первые пятнышки, вот если в этот момент весь куст снести под корень, то есть обрезать все побеги до практически прививки и сжечь, и потом пролить фитоспорином либо системным фунгицидом, вот в этом случае такой вот подход мне помог избавиться от ржавчины. То есть все кусты, на которых хоть какие-то намеки на ржавчину были, я срезала под корень, все сожгла. И после этого несколько лет ржавчины у меня в саду не было. Но, к сожалению, в прошлом году опять появилась у меня эта болячка. У меня заболел штамп. Штамп, конечно, срезать под корень
было очень-очень жалко, поэтому я решила попробовать препарат Falcon. Я тоже про него уже рассказывала и осенью показывала вам, как я опрыскивала этот штамп. Я тоже обрезала его до, ну, прививки самого штамба, ствол, конечно, не срезала, то есть обрезала максимально коротко, все сожгла и обработала Falconом. Надо сказать, что Falcon действительно помогает. Штамп у меня сейчас стоит чистенький, он отрос, с ним все хорошо, я вам его сейчас покажу, отсниму. Ни единого намека на ржавчину нет, но вот, к сожалению, не так давно обнаружила на одном из кустов пятнышки ржавчины, все ободрала, обработала фальконом, опять же, потому что куст однократно цветущий, если его срезать сейчас, то на следующий год он не будет цвести, тоже было жалко, поэтому решила попробовать лечить, поскольку у меня уже был фалькон, именно таким способом. Но, честно говоря, вот без обрезки куста эффект был гораздо хуже, потому что сейчас прошло пара месяцев или полтора месяца, наверное, потому что я в начале лета ржавчину обнаружила. И сейчас на кусте опять на нижних листочках я увидела несколько листиков с ржавчиной. То есть, несмотря на обработку фальконом, несмотря ни на что, вот в активной фазе все равно ржавчина осталась, поэтому, видимо, все-таки, как ни жаль, придется этот куст сносить до прививки и уже новые побеги отрастающие обрабатывать. Ржавчина очень неприятная болезнь, еще и потому, что возбудитель заболевания поселяется внутри розы. То есть если черная пятнистость, мучнистая роса, грибки этих возбудителей заболевания, они ведут себя по-другому, то есть они поселяются в тканях листа, но зимуют они в почве. Почему и рекомендуется удалять все поврежденные листья, проводить санитарную обработку розария под зимовку, потому что возбудители, они уходят в почву зимовать, и, соответственно, если вы все пораженное вычистите и проведете обеззараживание, то в этом случае у вас возбудители практически все погибнут. С ржавчиной все совсем не так. Возбудитель этого заболевания, если он уже поселился в розе, он остается внутри. То есть даже если внешне у вас роза здорова, и у вас появилась ржавчина на каком-то одном листочке, вполне может быть, что возбудитель у вас уже сидит в стебле розы, почему и я обрезала полностью все кусты под корень практически до самой прививки, чтобы максимально убрать побеги, в которых мог поселиться возбудитель заболеваний. Зимует он тоже в розах, поэтому пока у вас роза не обрезанная, да, пока она у вас живет в саду, есть шанс, что в ней остался возбудитель ржавчины. Именно поэтому очень важно, во-первых, удалять и обязательно сжигать все побеги роз, на которых начала появляться ржавчина, и, конечно, пользоваться уже достаточно серьезными препаратами, потому что ни один обычный фунгицид из тех, что мы обычно пользуемся в приусадебном садоводстве, к сожалению, эту заразу не берет. Falcon – это препарат для сельского хозяйства, он более сильнодействующий, он единственный из тех, что я знаю, воздействует на ржавчину, ну, вот как считается, что он воздействует даже в активной фазе, но, честно говоря, вот по опыту обработки куста в начале лета могу сказать, что ну, то ли недостаточно я тщательно обработала, то ли все-таки не настолько он хорошо действует именно на пораженные растения, потому что вот появилась ржавчина, к сожалению, второй раз, несмотря на обработку фалькона. Поэтому не уповайте только на фалькон, если удастся его купить, и все равно удаляйте все-все-все пораженные листочки, по возможности обрезайте розу покороче, чтобы максимально убрать зеленую массу, в которой мог этот возбудитель сидеть. Так что очень серьезная болезнь и нуждается в серьезной профилактике и внимательном к ней отношении. Не всегда какие-то неприятности с листьями связаны именно с болезнями. Вот хочу вам показать. Вот такие листочки являются характерными, если растению не хватает микроэлементов. Я вам, в принципе, уже показывала в одном из прошлых влогов. Это штамповая роза у меня свежекупленная, и у нее, вот, судя по всему, не хватает ей железа. Характерный рисунок. Видите, жилки остаются зелеными, а сам лист желтеет. Так называемый хлороз.
И сами листочки, видите, такие более светлые. Особенно заметно, как правило, это на молодых листочках. На них первым делом проявляется эта бяка и лечится обычно внекорневой подкормкой микроэлементами. Вот такой вид имеют листья при недостатке азота. Видите, молодые листики, они немножко белесые. Вот по сравнению с этим листом видно разницу. Покупные саженцы – это настоящая энциклопедия заболеваний. Видите, здесь всевозможные пятнистости. Вот это у меня, я думаю, что та же самая ложная мучнистая роса. Ну, а вот здесь хотела вам показать достаточно характерный признак недостатка калия. Видите, листочки по краю начинают отмирать, именно края. В некоторых случаях они краснеют, в некоторых случаях усыхают. Ну, вот это вот усыхание листьев именно вот по тоненькой полосочке по краю является характерным признаком нехватки калия. Ну, вот здесь все те пятнистости, целый букет, о которых я говорила. Здесь вот и черная пятнистость уже есть. В общем, эту красавицу придется серьезно лечить. Здесь вам нашла листочек с симптомами нехватки фосфора. Видите, на листе такой вот пурпурный налет, как будто он немножко загорел или выгорел. По всему листу еще есть, конечно, вот пятнистость, но не обращайте внимания, это не связанные вещи, да. Здесь вот эти участки очень характерные для нехватки фосфора. Как будто на листочек слегка напылили пурпурный цвет. И сам листочек такой вот немножко белесый в этих местах становится. И сами листья, они выглядят такими немножко подсохшими в этих местах. Со временем, если нехватка прогрессирует, в этих местах листья начинают усыхать. Хочу вам посоветовать вот эту книгу. Если вы хотите научиться определять болезни, очень полезная книжка. Я, правда, не знаю, есть ли она сейчас в продаже. Я ее покупала несколько лет назад. Книжка очень толковая, хотя она такая достаточно тоненькая. Здесь перечислены все болезни роз и вредители роз. Самое главное, что это все иллюстрировано, то есть под каждую болезнь одна или несколько фотографий, чтобы было сразу видно, как что выглядит. И я в свое время для определения всевозможных болячек именно этой книжкой пользовалась и продолжаю пользоваться. Так что очень советую именно как определитель. Здесь не рассказано подробно, как с чем бороться, к сожалению. Ну, какие-то коротенькие фразы. Например, вот так вот. Но именно вот в качестве определителя книжка очень мне нравится. Если удастся найти ее в продаже, очень-очень советую. Ну что же, как обычно, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересным и полезным. Как всегда, жду уже ваши вопросы и замечания в комментариях. На сегодня все. Всем пока!